Здравствуйте, друзья и гости канала. Ну что, вот очередная обновка. Лодка кировского производства Роджер Хантер. Ну что, распаковываем, новенькая. Сейчас посмотрим, что у нас. Это, начинаем с полов. Так, ну что, как всегда, насос 5-литровый. Веселки. Ну, думаю, ничего, похоже, веселки на как на Aqua Optima у меня такие. Даже немножко подсогнутый. Лавочки довольно-таки широкие. Ну ладно, здесь мы еще обработаем. Нормальные лавочки, широкие. Конечно, те были Polar Bird, пришлось мне Polar Bird лодочку пришлось продать, тяжеловато для меня. Но вот это сейчас другая полегче лодочка, тоже трехметровая, та тоже трехметровая была. Но это уже, кстати, вот что идет в комплекте еще. Да, ликпас литрос будет. Ну, латочка, конечно, комплект. Да, клеек. Пару латок. И ключик. Это если клапана подкрутить. Полкнижка у нас 9-миллиметровый, с одной стороны, которой будем пользоваться не скользящий, специально шершавый сделал, с другой стороны шершавый. Ходоночка будет. Моторчик 5 лошадей, маломощный. Ну, чтобы выводил. У меня была такая 2.90 Хантер, но только ленинградского, питерского, извините, производства. Ну, средние отношения у меня к ней были так. Та и потоньше ПВХ 750, этого 750 как производитель, уточняет, не знаю. Ну, полы так. Те 6 мм были, эти 9. Ой, вернее, да, эти 9 мм, те 6. Ну, тут написано даже 9 мм. 9 мм полы. Ну, тяжеленькие, надо потом взвесить эти. Все. Посмотрим. Так, это сумочка очень удобная, с ручкой из плотного ПВХ. Посмотрим, как она будет в эксплуатации. Поглядим. О, сама лодка, конечно, хорошие стяжки сделаны. Уже нашел минус. Лодка так вообще эгоист. Ручки отлично сделанные, боковые. А вот центральные ручки для одного. Вот так взял на плечо и понес. Вот этого я не вижу. Конечно, было бы просто замечательно. Она не тяжелая. Но опять же, за что-то вот так две браться носить где-то. Короче, не так удобно, как было бы. Ну ладно. Это не будем придираться. Так. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Серый графит я заказывал. Можно было разных расцветок. Компания не так давно. О, и здесь. Это, по-моему, руководство по эксплуатации. Да. Руководство по эксплуатации. Город Киров. И прочее. Ну и что? Лодка. Роджер Хантер. 3000. Хорошо. Так, ну что. Я сильно не буду. Видео постараюсь. Вот.
как называется. Хорошая. Недавно, вроде кажется, как недавно, а? Наверное, года два или три года назад, наверное, Polarbird. Я распаковываю. Так, шкурка на листовской. Ух ты. Я сейчас уберу эти. Серый графит, но она не очень отличается. На видео-то она прям светло-серый графит, а тут серый и графит, и не сильно она. Ох. Отличается по цвету. Вот. Ну, не такая марка, боже, говорить. Например. Посмотрим сейчас. Развернем. Посмотрим. Новое всегда все хорошо. Так. Под цвет лодки Роджер. Вот он. Вот на Роджер. Накладочка с обеих сторон. Ткань 850, как пишет производитель. Ну, мы посмотрим. Да, нету. Ах, ничего новый. Ручки для переноски. Пошу. Сейчас. Ну тоже по ширине нормальная лодка. И тут ручка есть. Тут ручка. Плоское дно будет, полкнижка. Ну все вроде так же, как у меня была Polarbird, только та килевая и побольше вообще она сама. И намного потяжелее. И это намного легче лодка. Килограммчиков так это на 30. И это мне будет на руку. По ВХ-шке тоже ничего. Что? Посмотрим сейчас, как что сделано, как что склеено. Что-то вижу. Смотрим сейчас. Сейчас накачаем и посмотрим. Компания Роджер, город Киров. Вот он. Качать буду насосиком своим. Интекс старенький мой. Уже со мной 4 года. Уже раньше я много лодок качал. Две лодки точно, трехметровые, прям сразу. Поднял и поднимал баллон, и хватило, что сдувать мне энергии в ней. Сейчас мы поглядим, как в этой лодочке. Ну-ка, богом. Ну что, баллоны немного поднял. Одел, смотрел, сколько у нее баллоны. Баллоны 43, как пишет производитель. Ткань ПВХ. Не хотел, но надо, думаю, попробовать вставить. Чтобы претензий не было. Тоже вот отпиливают. Ну хоть бы закрашивали как-то. Блин, такое отношение. Если вы хотите, чтобы отзывы хорошие еще оставляли. Надо еще на него спускать. Тяжеловато будет. Сильновато. А сейчас мы сейчас еще подспустим. Посмотрим. На Хаттер Ленинградский, конечно, 6 мм полы были. Ой. Они прям как слишком тоненькие. Неудобно, ну ладно. Сейчас моим любимым насосиком откачаем.
зашла. Так, вроде ничего. Пока вроде ничего. Так, себя ноги вставляют, все нормально. Защелкивать. Весело. Ну что, вот она лодочка наша. Вот она лодочка. Вот там Роджер. Ну, думаю, будет ходить. Посмотрим, как еще сейчас постоит она. Ну, конечно, только с таким полом надо лодку. Только с таким, друзья. У меня уже не первая лодка. Ну, были все, правда, килевые. И вот такая была плоскодонка. Я понял, что плоскодонка лучше всех. Она и быстрее на глиссер выводит. Ну и по ширине. Сейчас я замерю ширину, конечно, мне тоже интересно. Ширине. Какая ширина лодки? Так, 67 указано. 70, вот она. А указано 67. Ну что-то немножко у них не то. Сейчас носик посмотрю вот здесь. Здесь вообще 73. А, ну вот, чуть пониже, правильно. Центр баллона был хотя бы. Да, ну 70. 70, когда написано 67. 70. Может где-то что-то. Вот банки посмотрим. О, там 24. Ну ничего, ну пока еще я ничего не могу сказать, ребят. Все в ходе эксплуатации будет. Вот это уже, ну одна есть у меня, весельная, 2.40, как по оптима. Ну выручает, на вообще на небольших прудах, и там где небольшие, все там. Ну вообще как пушинка. Ну тоже стоит, или там по-моему 600 миллиграмм, или 650, вот. Плотность ПВХ. Ну, покажет. Хоть все покажет в ходе эксплуатации. Не стал я весла, что их прикручивать. Хотя можно прикрутить и посмотреть. Ну, ширина 70. С полэрбертами была 82. Это вообще ширина была. Это вот два человека спокойно вот так сидишь. 82. Это еще 70, еще 12 сантиметров. До сюда вот прибавить. О. Это если по ширине еще вот. Ну она как раз вот отсюда и до сюда, до стенки была впритык. Ну так вроде ничего. Посмотрим. Можно было там добавить. Вот. Будем смотреть, будем при эксплуатации. И будем отзыв давать. Ну что, друзья. На ребро поставил. Посмотрим сейчас. Ну так. Конечно, за такие деньги есть и тут недостаточки. Ничего не скажу. Вот кое-где складочки есть даже. Посмотрим. Ну, пол книжка. Что говорить. О, даже какие есть у нас килевые. Рассекать волну. Ну, вот, вроде как так, ничего. В среднем пока ничего. Ну, не знаю, как вот тут проклеено, нет, что-то вот. Потом буду сейчас смотреть все это. Ладно. За 25 тысяч это лишь бы ходило. Ладно, у меня еще в запасе там есть весла. Весла вроде ничего, а тут все.
Лодка. Вот она. Вот она лодка. Нормально. Привальный брус, ручка для переноски. Ну-ка, так. Ну, нормально. Если что, трансфер колеса, конечно, надо было заказать. Ну, все время рядом с бережком стараемся распаковываться. Ну, 7 сантиметров нормальная ширина. 7 сантиметров нормальная ширина лодки. Потом со всех сторон, конечно, мы обзор сделаем. Прокатимся, посмотрим ходовые качества ее. Для одного это просто, ну куда, глянь. У меня всё было свободно. А в этой вообще почти так же, но, конечно, полегче намного. Там и киль, и плотность, вообще пола еще толщина такая была. Ну, нормально. Теперь при ходе эксплуатации будем смотреть, как она у нас будет ходить. Обтираться, не обтираться. Тут слишком смотришь, что трется, не трется. Сейчас немножко она постоит, расправится. Друзья, ни пуха, ни пера, ни хвоста, ни чешуи. Подписываемся на канал. Пальчик вверх. Ну и ждем, когда наступит лето, и обкатать лодочку. Моторчик, хотя и мотор еще не обкатан до конца. Ну, под Тахацу он будет, думаю, пятерочку нормальной. Ходить будет хорошо. Пока-пока. Всем здоровья. Спасибо, что смотрите.